Привет, любители Террарии. Все течет и изменяется. Изменяется и Террария. Нас ждет 1.3.6 версия, она уже не за горами, и небольшое количество спойлеров предоставляются разработчиками, словно жареные пирожки, которые я сейчас вам с большим удовольствием засервирую. Итак, первое — это синхронизация с клавиатурой Razer Chrome. Это такая клавиатура, которая светодиодная и переливается всеми цветами радуги. Здесь же в игре Террария она будет переливаться в соответствии с биомами. Смотрите, человечек находится в голубом биоме, в ледовом, клавиатура голубенькая, в небе голубо-синяя, в земле, в смысле земляной обычной, там земля тыры-пыры-растопыры, в песках это желтая, в джунглях зеленая, зелененькие оттенки разные. Вот так вот. Наверняка это спонсорский заказ фирмы Razer. Да, это коммерция, большинству людей это вообще не понадобится. Кто решится покупать клавиатуру Razer только чтобы поиграть в Террарию с разными разноцветными кнопочками? Наверняка меньшинство. Следующее, даже это не спойлер, просто Террарии 6 лет. О, друзья, я просто поздравляю вас всеми нашими страданиями, приключениями, радостями и мучениями, ожиданиями. Они продолжаются. Они продолжаются, может быть, с меньшей интенсивностью. Не так это все меня задевает, как раньше. Но, тем не менее, 6 лет Террарии. Вау, большой срок. Она до сих пор живет и актуальна. Люди рождаются, умирают, и в обнимках с Террарией происходит все это. Вот так вот. Очередной спойлер Террарии 1.3.6. Это фурнитура для биома паучьего. Вот, видите, пуховики, лампы стоячие, лампы висячие, кровати из паутины. И все это вот, короче, ну вот это вот все, это фурнитура. Вот то, что мы ждем от новой Террарии 1.3.6. Фурнитура, да. Ха-ха. Я сомневаюсь на самом деле, но если вы дикий фанат пауков, то наверняка вы обрадуетесь, но не я. Но на самом деле разработчики Террарии сконцентрировались на консольной версии своей игры, и видите, что они творят. Они к версии 1.3 готовятся консольной, и мультиплеер у них вот выглядит вот так вот, как большой экран, когда поделены пополам, и два человека могут играть на нем. Да? Два? Хер там два, Антон. Три. Внизу два и вверху один. Вот так. Вот так реализовывается мультиплеер. Просто тупо делят плазму в равных частях количеством игроков. Ну, это самую Террарию. Все вы, да, сидите такие за пивко на диванчике и играете в Террарию. Я что-то сомневаюсь, да? Пришел, учебники закинул. Давай с друзьями. Пайпи там, хамачи-мамачи. Вот так это происходит в реальной жизни в России. А у них лысые с пивком, круглыми бокальчиками и женщинами. Насмешили дуралей. И еще очередной спойлер Террарии 1.3.6 — это еще одна очередная фурнитура. Ведь только фурнитура сделает игру более актуальной и интересной. А именно фурнитура, связанная с искажением. Даже опять тут всякие подсвечники, кровати, столы, стулья, тыры-пыры. Фурнитура. Да-да-да. Это пока все обновления. Все новости по Террарии. Если будет что-то новенькое, прям с пылу с жару, я наверняка соберу свои моральные силы и запишу для вас свое мнение на эти самые обновления. И вы такие, вау, обновление, Террария жива, жива. Да, все живет и перевоплощается, словно маленький гомункул, вылезающий из-под стола, из-под твоего учебника, который ты туда забросил. Никак не баба с бутылкой пива, короче. Живите житухой, не кончайте с собой. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Пока! И увидимся в следующем видео. Пока-пока!